Вот это вот все. Антон, как там дела? Точно так же, как и... Мы еще границу с Китаем не пересекли? Нет, не пересекли. Хорошо. В общем, где-то мы идем уже час. Я сейчас покажу на карте, где мы. Какой там был поселок? Колосистый? Сосуд, что мы хотим попасть в Красный лес. Вот сейчас дойдем вдоль дамбы, вдоль речки. И свернем в Красный лес. Цивилизации нет. Тут людей не было. Чтобы вы понимали, здесь кругом. Вот так. И кладбище. Ну да, это странно немного. И что это такое? Это просто вход, необъяснимо, но вход. Нормально. Вот Красный лес. Но тут же не написано, что нельзя заходить. Правильно? Давай. Ну что там, Тох? Ты хоть бы рассказывал, что это? Заброшенная свиноферма. Или коровник. Потеряли мы Тоху. Тоха! Пойдем через окно снимем. Вдруг его уже бомжи жрут. Обгладывают косточки. Тоха! Ты где? Тоха! Anybody here? В общем, не заснял, не было, называется. Но я думаю, сейчас еще, может быть, мы их увидим. Да, там пробежали не коровы, не свиньи. Там пробежали олени. Блин, там их штук 7, наверное. Марина зашла внутрь. Ее кто-нибудь позвал? Мне кажется, нет. Что там, Ток? Я не хочу остаться заживо погребленным. Спроси, олени могут забодать? Вот она граница. Закончилось поле и начался Красный лес. Тут явно не гуляют люди. Блин, даже машины не ездят. Ну, кстати, олени нарисованы на табличке «Берегите лес от пожара». Вот, пожалуйста, явные следы. Блин, я в этом не разбираюсь, конечно. Я буду верить, что это следы оленей. Хотя, может, и кабанчики. Или маленький олененок. А забор все-таки есть. Причем в одном месте. Как будто метеорит где-то пролетал. Ну, то они вычищали, наверное. Тихо. Блин, они перебежали. Все, мы это сделали. Мы дошли до озера. Вот так вот здесь красиво. Красный лес. Вот оно. Трусово колено озера. Очень интересно. Ну, вот общая картинка. Ну, вот решили от озера пойти по тропинке, как прокладывают маршрут. Прям по тропинке выйти уже прям к нашей машине. Идти 6 километров 1 час. Пешком. Не знаю, предлагал вернуться по дамбе, по законной территории, но я ослушался, пошел на поводу у Антона. 90% встретить оленей, ну кроме нас. Так что можно снимать бесконечно, и может быть они перебегут дорогу. Ситуация в принципе достаточно напряженная,
Но успокаивает то, что, возможно, если нас найдут, то нас выгонят из леса. Ну, если найдут живыми. Что, в принципе, и нужно. Что нам не надо, да. Ну, вряд ли они нас довезут. Просто это будет чуть-чуть побыстрее, чем будем идти пешком. Ну, в общем, паники никакой нету, мы спокойны. Ну, зато красиво. Дорога кривая. Дорога просто идеальная. Три штуки, четыре. Стоим. Бинокль бы, да, сейчас? Блин, далеко. Да, не увидишь. Ох, они стоят, смотрят на нас. Эй, идите сюда. Да, все стоят, смотрят. Уперлись в забор. За забором яблоневый сад. Мы все еще на территории леса. Ну, хоть повезло, солнышко выглянуло. Еще Марину подождем. Марина! Догоняй. Да. Опять второй раз видели оленей. Паслись на лужайке. Сейчас будем искать дырку в заборе. Если никто в нас не будет стрелять. Закончилось наше путешествие. Вот такой вот домик. Как говорится. Наша хата с краю, я ничего не знаю. Там поле. Ну что, Антон? Мы очень счастливы и довольны поездкой. Мы прошли 13 километров. Поездкой-то ладно, вот походом мы реально довольны, дальше некуда. Наш путь составил 13 километров. 4 часа, да, мы где-то гуляли? Угу.